Нет, не на моднейший. Так, короче. Ребят, у вас стрим уже появился. Мне нужно проверить, что там на Team Liquid вообще происходит. А, все отлично. Вроде как все работает. Сейчас я проверю Twitch. Покажу вам группу в ближайшие секунды, какую мы будем смотреть. Так, Twitch работает. Короче, группу D мы будем смотреть сейчас. Pan, Hydra, Time и True играют. Три зерга и один тиранчик. В общем-то, ждем молодой китайский тиранчик. Думаю, будет интересно. GSL-система. Сегодня больше турниров вроде как нету. Вот, ну мы будем... Так, что за хрень вообще? Не понимаю. О, все нормально. Не знаю, за кого будем болеть. Вообще-то я за красивую игру, потому что наших здесь нет. Что это ты мне скидываешь? У меня что-то там качается. Прикольная тема. Ну и дальше уже какая-то графика пошла. Да тут вообще видно, что монтаж галимый, короче. Ладно. В общем-то, ждем. Вечером Гаунли, где будет Блай Стрэндж играть. Ну, я не знаю, смогу ли я его сегодня стримить, я уже об этом говорил. Так, короче, что-то там кто-то... Короче, ждем мы кого-то там. Через 15 минут 0-1 будет. А, Гидры, у Гидры с интернетом какие-то проблемы, вот пишут. Короче, сейчас я подойду через секунду.
Так, все, я здесь. Привет, Dayflight, 3 восьмерки, Shoutcraft Kings. Он не сегодня Shoutcraft Kings, насколько я понимаю. Вот, ну вообще хочу постримить, он завтра будет, как бы. Вот. Я не знаю, кто там играет. Манор Янг Нерчу, я вижу, здесь присутствует. Думаю, что будет интересно, да, в любом случае, как бы. Вроде там прикольно было раньше. Я, ребят, поставил погреться суп. Вот. Нужно перекусить будет. Так, кажется, кто-то пришел. Короче, уже техположения пошли. Там кто-то не пришел. В общем, мы сидим без матча. И, в общем, я сейчас суп налью и буду кушать. Это печально, конечно, что техположение.
Так, привет, Алекс Пав. Опа, я тут ни хрена не убрал камеру. Вы увидели тарелку с моим супом по ходу дела. Вот, сейчас я его скушаю быстренько, пока жду игры. Что, анонсировано все в названии стрима. Кстати, надо его переименовать уже, потому что не FP далеко. Вот. Kung Fu Cup, группа D сейчас будет. Вот. Далее по обстоятельствам, я думаю, с Илюхой мы немножечко поиграем карбот мода. Вот, а дальше я закончу, потому что сегодня я больше не планировал стримить. Ну, по обстоятельствам, сегодня Гаунтлет интересный будет с Блайм и Стрэнджем. Вот, но я пока не знаю, как бы смогу я его постримить или нет. Смочь-то я могу, как бы, но, может быть, я буду занят, как бы, и поэтому дело такое. Вот, ребят, так что ждем. Ждем. Ну, а я пока перекушу. Здесь почему-то Гидра пропал, короче, уже тех поражения ставят. Вот, нужно мне покушать маленько. Блин, хлеб супом облился. Ладно, сейчас приду, короче, ребят. Ждем, игры в любом случае какие-то будут. Ну, пока еще не полный тех, как бы у них через 15 минут 0-1, через 30 0-2. Короче, через 10 минут будет 0-2. И будет следующий матч, судя по всему. Ждем. Так, привет, пацаны на Твиче. Люценбот на ГГ. Не знаю, попробую F5, жми Ctrl F5, пообновляй, может, что-то получится. Может, браузер поменяю. Сейчас сайт новый, как бы много еще чего не пофиксено, очень много багов всяких. Не пофикшено, прошу прощения. Вот. Так что такие дела. Ну или на Твиче пока смотреть. Спасибо, Сокол 13. Сейчас я быстренько поем, ребят, к вам вернусь, потому что сегодня не кушал еще. Вот сидел, ну, проснулся, посидел с Машей, пока жена моя даже сходила там в больничный, оформила лист, как бы. Вот. Нужно было в поликлинику идти. Потом пошел на турник, зашел уже четвертый день подряд, как бы что-то делаю. И это меня радует, уже как-то даже и полегче уже программа идет. Единственное, только это состояние приболевшее. Так, поддержавших за вчера убираю. Вчера всем громадное спасибо. Вчера просто круто было. Ну, а сегодня поддерживайте меня и мой канал также. Вот, ждем игр.
Так, Поми игра, что Поми игра? Вот, видишь, Поми игра. Меня позвали, и Поми в игре. И как раз доел. Сейчас я отнесу на кухню тарелку и к вам вернусь. Так, все, я здесь. Так, Марк Центурион. Сообщи, что за браузер-то у тебя. Вот я спрашивал, вот у тебя спрашивают пацаны наши. Чтобы помочь делать. У кого, ребят, не запускается на Твиче, кто-то писал, что за браузер? Версия, сообщите тоже, потому что, ну, это важно. Возможно, вам тут что-то обновить надо. Ну все, наконец-то тайм против Тру начинается. Я так понимаю, тайм 1-0 поведет. Здорово, СП. Сика ДМГ. Тяжелый никнейм у тебя. Так. Короче, 1-0 тайм все-таки ведет, типа, потому что Тру запоздал. Вот. Ну, что поделаешь, ребят, придется начинать так Тру биться. Ну, он может, в принципе, взять две подряд игры, и все будет нормально. Я так полагаю, да?
Так, знаете, что я хотел сделать давно? Перекрыть батарею. У нас же на этой-то квартире у меня батареи перекрываются. Я вчера вам плакался, что душно, очень жарко. Здесь просто... Печальные 90-е, мама моя сделала, в общем, я могу тебе показать, там несколько колен на батарее нарастила, как бы, да, типа, чтобы лучше было, чтобы, да, грелось лучше, как бы, в 90-е годы. А сейчас я, ну, последние все годы страдал адово до того, как, ну, не поставили туда эту всю тему, потому что, ну, с перебором она пересушивает, просто жарище здесь, короче, жарище, она большая очень батарея. Вот. Так, спасибо, QTabX, спасибо, Люценбот. Понял тебя. Так, здесь у нас третья сэшечка уже у тайма. Starport Labo на факте. Пытается сделать стенку, здесь несколько лингов есть, могут забежать, сейчас могут риперы окружить, а не просто. Если бы тайм еще контролил бы рипера, хоть немножечко был бы молодцом. Так, Люценбот. QTabX, может, у тебя тоже Old Good Game и Mark Centurion? Вот человек пишет, что у него просто Old Good Game, старая ссылка была, в общем-то, поэтому он никуда не мог зайти. Вот. Так, залетел овер, спалил сейчас. Посмотрите, здесь мех со стороны тайма идет. А мех — это очень интересный расклад. Давайте-ка посмотрим этот адовый замесик-то, блин.
Все, я отвлекаться не буду, ребят. Я извиняюсь, лишь хочу ваши проблемы решать, чтобы у вас все нормально было, как бы всегда. Вот. Ну, пора бы уже здесь постримить нормально. Есть два танчика, здесь они перекрывают, у них блока бункер на рампе, мулы полетели. Здесь новая стенка пошла. Неплохих два залпа, три линга уничтожил. Всего три линга танк уничтожил. Странно, даже там в центр прямо бил. Но зато все демедженные. Не все демедженные, а группа очень сильно демедженная убежала. Но какая разница, линги очень быстро отрегенятся. Вот, поэтому лингов надо добивать, стараться. Две армори строятся для грейдов. Вот они, раз-два. Привет, Аникс, Леотар. Ставочки на кибетике, кстати, есть. Кому это интересно, ребята, можете ставить. Забегает в еще раз тру. Пытается скрыть все в лоб. Так вот тиран, вот просто бредово. Куда ты стек? Вот вместо того, чтобы ехать, рабочие всегда на муве должны были быть. Почему? Если было бы на пару лингов больше, за следующий залп танк штук 10 рабочих убил, потому что они все в стеке здесь стояли вообще в куче. Это тупеж был с его стороны. Так, начинаются игры. Тру, гидра и тут супер фавориты там вообще стоят, как бы. Ну, тайм 1-0 ведет. Это тех поражение было для тру, кстати говоря. Здесь еще одна хатка пошла. Гидра предупредил, что опоздает, но не предупредил тру, что опоздает. Поэтому тех лузы влепили. Так, здесь две туретки, можно три даже запилить. Вот здесь три туретки будет, здесь тяжело будет пролететь вообще сюда, на этот остров. Смотрите, тиран. Островной тиран в мех выходит здесь. Так, спасибо, Разумишка. Первая поддержка, рубелек сегодня заходит. Четыре либератора там на мейн прилетает. Здесь беллинга, четыре штучки дропаются. Тиран вообще не контролит, но четыре беллинга убили всего пять рабочих, смотрите. А здесь либераторы просто какую-то бомбардировку из пепеления поверхности устроили мейна зергу. Вчетвером просто. Опять раскладывается тайм. Уничтожено, и уничтожен кокон, уничтожены личинки, все уничтожено. Так, здесь пошел налом. При этом MC Creature. Так, идет здесь движуха, тайм пока по лимиту даже лидирует. Ну где какие-нибудь танки вообще, что-нибудь, что по земле будет контролить? Плюс либераторы, либераторов много, на воздух грейды не делаются, что очень-очень странно. Видел остров у нас, знаешь, прекрасно сейчас, кстати говоря. Гору не дают рабочие прийти, которые его, пройти, которые его вычинил здесь. Так. Здесь залетел овер, очень много туретки получил ракет. 2-2 делает тиран, сейчас по 4 викинга строится. Здесь он залетает либератор, сбивается овер, нужно разложить либератора, чтобы он отбил здесь.
Викинга посадить-то уже. Чё ты, блин? Хоть тирана, а тугой, блин. Вот же викинги летают, посадить ты их и все. Линги вне ранжа оказываются некоторые просто либераторов. Так, прибегает Тру опять. Гелиона не в колбатах почему-то. Неужели в колбатах их просто не разложить? Но они не колбатами даже здесь разваливают очень и очень неплохо. Циклоны захватывают прям жестко вместе с турами. Гелики, циклоны, туры. Новый какой-то микс интересный здесь со стороны тирана получился. Здесь один линк просто, посмотрите, убивец, 5 юнитов сгрыз вообще. Спасибо, QTABX. Так, а них Леотар, ты мне такие вопросы не спрашивай, ты ставки ставишь, а не я. Я ставки не ставлю. Вот. Поэтому я не знаю, тебе плюс засчитывается как 0-1 или нет. Я думаю, да, почему нет. Так, контрзабегание от Тру гигантской. Тиран идет вперед, лимиты боевые очень близки. Здесь такой жестокий микс. Здесь у нас планетарка доделывается. Здесь ни хрена не добывай. Добывай ты остров спокойно, блин. Поднимется цеху здесь и остров добывай. Нет, что-то тут... А, здесь налом пошел адский. Либераторы, колбаты, гелики. Здесь много всего было очень. По либераторам попадает больно. Сейчас Тру, в общем-то, отбивается здесь. И тиран сливается. А знаете почему? На оборону делать на базах. Ордена Тарцена пошли. Да мертвые, ё-моё. Мертвое, это мертвое. Цеху сгорело, не вычинил два мулоки. Да ну нахрен, вообще провал. Здесь Беллинги взрывают планетарку. Это хотя бы его лимит еще здесь есть, конечно, у Тайма. Ну, планетарка упал, на третий цех упал. Только остров остался, фактически, и вторая база. А тут 77 рабов, то есть тут экономика просто убьет, да, скорее всего. Считаем 1-1, ребята. Привет, ведок. Ну что, ждем продолжения.
Аникс Леотар. Ну, это смотри сам, если зайдет. Я просто не знаю, зайдет или не зайдет. 1-1 здесь у нас. Что такое госувлажнитель воздуха? Это увлажнитель воздуха только для госу, для меня, понимаешь? Точнее, не для меня, а для дома моего. Пристройка завершена. Здорово, видок. Привет всем, воды со вчерашних турниров. Выложены уже куда-то, наверное. Я не знаю. Надо узнать будет. Вот же на главное они выложены. Улучшение. Что ж ты не видишь, что завершено. Ли? Пристройка завершена. Кстати. Так, тут пришел, ребят, погодите. Прощение, там Сань заходил. Вот, похоже, сейчас выйду я. Там разберусь с этими моментами. Пока посмотрим, что здесь происходит. А здесь 8 мариков. Это кипишной день сегодня, блядь. Не нравятся мне такие дни вообще просто. Здесь тирану что ждет врыва со стороны зерга, но там одни беллинги, посмотрите, в этом врыве. Вот в чем прикол. Хату подрезает в итоге тайм. Тру идет бейнами вперед. Тайм прекрасно их видит. Надо КСМ-ки уводить сейчас. Сумбур полный происходит какой-то. Ну, беллингов уничтожил. КСМ-ки не погибли. Короче, все в порядке. Здесь еще беллинги морфятся. Общество беллинг-баз будет. Пошел сплит. Сплит у тайма очень даже неплохой. Он чё минку-то не кинуть рипером? Кинул бы минку, вообще бы все называется. Я понял тебя, Q-Tap.
Значит, и у Марка Центуриона такая же хрень, что надо просто обновить. По ходу дела. Вот. Так, нет, канал у меня, я уже тысячу раз говорил, что YouTube канал у нас общий на GoodGame. Просто сейчас уведомления почему-то не приходят, раньше приходили, а сейчас опять не приходят. Так, ну тут от Беллингбаста отбился тайм, но, блин, потерял юнитов порядочно. В это время Левератор к труну вторую прилетает. Убомбил немножечко здесь тайм. Ну, улетает опять же. Так, ребят, короче, здесь подкуют тайм вперед. Картун Тру решил пробрить тайм-то наш. Бомбить-то еще не слабо. Что-то на кунг-фу капе китайцы вообще божат в этом сезоне просто-напросто. Линги забегают, Беллинги забегают. Все это уничтожается моментально практически. Здесь надо Марика сплетануть от Бэйна. Сплетанул здесь, в общем-то, таймах. Еще геликов три штучки приехало. Она трансформируется ими в колбаты, что и делает в итоге. У нас тайм. Королевы падают везде. Либератор прилетает дальше. Потери у Зерга просто катастрофа. И тайм-тру пробивает. Смотрю, несмотря на то, что здесь контр-дроп... Ё-моё, это один дроп, что ли, 24 КСН убил? Похоже, что так, но даже это не спасет. Королева. Стимпака. Стимпака нет, кстати говоря. Ну, Таймон, он продолжает давить. Короче, везде все гибнет. Это катастрофа полная. Не знаю, что он тянет, для чего он тянет. ГГ. Стеновой сейчас проверю. Тебе спасибо сразу заранее говорю. Да, спасибо тебе. 52 есть на Киви, вижу. Спасибо всем за поддержку. В общем, ждем следующую игру. Сейчас я подойду, посмотрю, там Саня 20 рублей просил. Если тут еще там...
Так, все, я здесь. Спасибо тебе, Стеновой. Ру, еще раз. Заходил Саня, в общем-то. Просил 24 рубля, который Саня с баклахой, вот. Не знаю, на какие цели, конечно, но... Была игра, и я сказал, что позже, он уже ушел. Так, Аникс Леотар, ну что там у тебя, зашло или нет? На Твиче вот люди говорили, что отменили что-то там на каком-то сайте ставки.
Ну вот, короче, имба не прошла. Отменили все. Так, ребят, я сейчас кое-что проверю. Какие у меня... Так, гоф войска. Ну что, ребята, следующую игру ждем. Так, пошел инвайт, ребят. Вторая игра, это Гидра против Панка. В общем-то, ЗВЗ, победитель с таймом будет играть. Я так понимаю. Ну, естественно, кореец фаворит. Хотя он тоже в завязку сейчас уходит, я так понимаю. Тоже в армию там, что ли, забирают или что, я не знаю точно. Вот, ну, что-то там происходит у него.
Здорово, Илюх. Короче, что-то тут много мутаты всякой. Вот. Ксиаози там, в общем-то, пытается впарить, чтобы на Home Story Cup китайских игроков пригласили. На этот-то уже, наверное, поздно будет. Здорово, Акирыч. Всех приветствую. Накамура — это панк. А гидра — это вот гидра. Это желтый зерк. То есть панк синий, гидра желтый. Панк играет через пул первый. Газ, хата позже. Здесь у нас хата первая, короче говоря. Привет, ЕГГшки. Привет, крипсерфер. Всем привет. Короче, ребят, я там отвлекся немножечко. Ничего страшного. Так, вижу видюхи твои, Илюх. Спасибо тебе. Посмотрю потом про русских витязей. Русским витязеям Су-30СМ подогнали. Это круто. Хочу увидеть. Это крутишок. Так, у панка маслинки, посмотрите, гидре надо стенку здесь делать. Он делает стенку, а полностью закрывать только, единственное. Муфлингом только через секунду будет готов, здесь уже две королевы и плетка будет. Они, кслята, рады как хочешь. Конечно, делают как выгоднее им. Что выгодно, то и отменяешь, не выгодно, то и... Да пропусти ты Беллингов, тормоз, ё-моё! Наконец-то пропустил, так здесь королевы стоят. Вот тебе и все. Провал стратегии. Надо через минералок сюда рабочего тыкнуть и заново просто заказать эволюшн. Да, что и делает Тру. Короче говоря, просто панка развел как панка, короче. Точнее, гидра панкуху не уважает, короче, вообще ни хрена. Наказал.
Так, что вы там на эскадвате спорите-то, не понимаю. Гидромасит Роучи, обратите внимание. Не, Роучи это хорошо, но без плюс один они не будут так сильны, конечно. Но посмотрите на лимиты, здесь Роучи даже... Даже с минус один пробьют, потому что здесь уже один из роучей, 7 строится, их будет 18, здесь практически столько собак. Ну как их отбить? Никак ответ, они с мумом сейчас пойдут, будут наказывать просто. Наказ, мадам. Ну, что-то пока гидра не идет. 19 есть еще... А, он хочет 20 плюс с роучей. Ну, тут очень много лингов уже у панка подкопилось. Правда, у него экономика печальная. 25-34 до сих пор. Он просто на все. Лингов на все, короче, говорит панк. Шикуем, короче. Так. Тут гидра пытается, в общем-то, пойти вперед. Группа Роучи. Так, еще группа идет. Надо ту окружить. Панк спалился. Как вообще челдон сейчас? Просто. Вместо того, чтобы вот этими лингами окружить вот эту группу маленькую, он зачем-то этими побежал, спалился, дал окружить, дал гидре выйти всеми юнитами соединиться. Лингов на мувина отдавал просто невероятное какое-то количество. И пошел в размен нелепо, теряя при этом до хрена юнитов, даже если ему получится. Да ему ничего не получится здесь сделать. Привет, Алексей. 3, 2, 6, 1, 6, 7. Вот. Эге. Короче, какая-то мертвечина. Ну, если гидра сейчас накажет панка, то ждем гидру против тогда мы тайма, конечно. Потому что, ну, это уж поинтереснее будет. И если тайма гидра выбьет, то это будет еще интереснее. Почему? Потому что мы тирана три раза-то сегодня увидим. Чарлик, братан, ты куда? На окно? Залезай. Да залезай, залезай. Что ты как вялый, блин? Сегодня так за палкой бегал или прикольно с тобой. У меня еще колено мое оперированное подхрустывать начало. Немножко. Ну это нормально. Я его развиваю. Оп. Не инвайтит, а там уже хвост создан. Хорошая штука. Вот такая. Так, начинает гидру дропать, это печаль.
Короче, будет рейс. Сейчас, я думаю, нет смысла из реплея никакого восстанавливать абсолютно ничего. БВ есть по БВ, если новые стримы. Что в бутылке? Масло эвкалиптовое. Так, Миш, сейчас спрошу, я не знаю, почему чат не работает, Кайло. Короче, у Гидра тоже проблемы какие-то. В общем, ждем его. Сегодня одни проблемы у всех.
Мало того, что одни зерги в группе, так еще все проблематично, просто как-то нереально. Там проблема, здесь проблемы. Почему у Тру есть Цехлус, у Гидры нет? Потому что Тру опоздал, а Гидра... Вот он, тут как тут. Ну, сейчас выкинул. Если будет тупить, то будет Цехлус тоже сейчас ему, видимо. Так, ребят, в группу все записи выложены. Кто записи не видел? Так что, ребят, вступайте в группу ВКонтакте. Кого там еще нет, там все записи выложены. Потому что на Cloud Game сейчас очень неудобно, вот. Тем более, когда аспирант Андрюха выкладывает, то есть... Вы ничего не видите, потому что... Только если я буду сам выкладывать, будет приходить уведомление, но я буду стараться так и сделать. И делать, точнее.
Короче. Сидим, ждем, ребята. Сидим, ждем Гидру. Сегодня провальная группа, честно признаться. Сегодня просто мы, в общем-то, ребят, сидим и залипаем, короче. Я читаю всякие новости про то, как браток вступил в каскад в команду. Это радует, будет, значит, играть, тренироваться наверняка. Вот, ну а мы ждем игру наконец-таки. Так, все, 1-1. Только что написали 1-1. Вот, и Гидра пришел. Так, прошу прощения, перезашел еще раз. На кибете, кому интересно, ставки есть, да, уже прикрыты ставки. А, ну да, уже ж 1-0 счет, точнее уже 1-1.
SPCKDMG поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: самый душевный стример ГГ. Продолжай так дальше. Спасибо, SPKDMG. Вот, тяжелый у тебя никнейм, конечно. Вот, но я что-то приуныл, потому что приуныл турнир. Вот, наконец-то мы продолжаем смотреть. За поддержку всем громадное спасибо. Смотрю, там анонсируют сейчас конкурс стримеров в ноябре на Good Game какой-то будет. Интересный, вот. Привет, СДМБ. У тебя проблемы с щелями, мне нравится, что ты слишком мозговитый. Это на самом деле значит, что у тебя отсутствует мозг. Вот. Они имели в виду. Ну что такое? Опять начинается. У Гидры, короче, вообще дичь какая-то, кажется, вы опять. Короче, полная пиздец. Так, а Кирыч, что это такое? Я чуть не понял. Короче, опять мы ждем 15 минут, сможет зайти Гидра или нет, это просто бред какой-то.
Так, Владислав Юрьевич, 250 рэ на Сбер присылает. Больше эмоций, больше экспрессии, жги. Спасибо тебе. Вот. Никнейм писать тоже неплохо было бы, но... И в любом случае, спасибо. Спасибо всем за поддержку, братва. Короче, ждем мы до 57 минут. Если не придет никто, то тогда победит панк китаец. Если же придет гидра, то продолжит они биться. Короче, еще 10 минут нам ждать. Унчли Влад активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Uncle Light. Это твой сайт, типа, что ли, Акирыч, или что, не понимаю, твой. Так. Гидра все-таки вернулся. Отлично. Thank you.
Уничли Влад поддержал ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает, удачи тебе, Помми. Больше ярких, эмоциональных, зажигательных речей. Тебя за это и любят. Спасибо, Анкл Влад. Спасибо, Анкл Влад. Это ты 250 на Сбер посылал или нет? У меня возникает вопрос. Так, опять гидру дропает. Понял тебя, Анкл Влад, спасибо большое. Тебе, короче, сейчас я тебя увеличу просто тогда, оп, и все будет ништячочек. Спасибо, братва, всем за поддержку. Короче, сейчас гидра через несколько минут не подойдет, через 3 минуты, тогда все, ГГНчики, ему 1-2, и будет следующая игра играться, это панк против тайма, я так понимаю. Здорово, спиритолог. Нет, наших здесь нету в данном турнире. Вот наши будут вечером, но... Так, секундочку, ребят.
Так, открою окно. Все-таки Гидра успел прям сразу вернуться. Так, стримил игру Ниба, запись на главной. И в группе ВКонтакте. Говорил же, вступайте в группу ВКонтакте. Вот. Так, 1-1 Гидра против Накамура. Непонятно, что с Гидрой происходит. В общем-то, что у него там с интернетом. И, короче, печаль полная. Мы продолжаем смотреть. ВКонтакте в группу вступайте. Сейчас аспирант просто Андрюха записи выкладывает. Вот. Так, прибегает Гидра. У Панка просто гигантские проблемы, ребят. Гидра пытается сыграть агрессивно. Начинает сгрызать нафиг своего оппонента. Чего, опять дропать? Только, пожалуйста, не дропнись опять в очередной раз. Что происходит? Так, Лингит же на мэне 26-40. Не, ну это победа для Гидры, это факт. Тут ничего не сделать, Панку уже никак будет. Деньги у него, конечно, вышли, причем немалое количество, но они ничего не смогут сделать в контратаке. Посмотрите на экономику сейчас. 12-27 по рабам. Гидра даже плетку перестраховочную ставит на всякий случай сейчас. И... как-то так. Ну что, пробегает Гидра. Пан каким-то образом умудрился тут настроить просто дофига рабочих вообще. Каким образом, я не понимаю даже. Но от Гидры миллион бейлингов просто сюда идет. Пока я отвлекся к вам тут. Так, здесь брончики начинают падать. На мейны бейны жестко взрывают. На третьей базе проблемы. Здесь бейлинги заходят. Сейчас опять же на мейн зайдет, зайдут несколько бейнов. А если быть точным, 4 штуки забегает сейчас на мэн. Гипанк пытается сплетануться. Какой куча рабочий дается. 14 опять взрывается. 14-33. А был бы сплит рабов, нормально могло бы что-нибудь получиться. У меня такое ощущение складывается. Опять панк в контратаку бежит. Ну, здесь нечего ловить ему. Здесь беллинги, здесь плетка. Здесь лейер у Гидры почти готов. Thank you.
Гидрошпиль пошел. Нет, теперь все очевидно. Если после предыдущего налома Пан каким-то образом умудрился отстроиться, то после второго уже была печаль полная. Пытается забегать он какими-то лингами тут, но что-то, честно говоря... Ничего у него не получается. Здесь третий, конечно, есть. И пытается что-то тут восстановить рабочих. Панк у нас... Ну, какие к черту рабочие? Здесь ГГ. Если Гидру сейчас не дропнет в очередной раз... О, нет! О, нет, Гидра! Как тут такое? Что творится? Короче, у Гидры печаль полная. Как он достал со своим говноинтернетом? Что у него там происходит? Вообще непонятно. Так, короче, заходим в следующую игру.
Короче, ребят, ждем продолжения. Панк против Тайма сейчас будет биться. Гидра, все, Гидра проиграл. Техлузом проиграл фактически сегодня Тру. Но правда, все-таки Тайм его одну игру наказал. Вот. И просто-напросто Техлузом проигрывает Гидра. Гидра, я так понимаю, вообще, наверное, не сможет здесь участвовать дальше. Вот. Тайм против Панка, Тру с проигравшим. Но если Гидра откажется, то у нас просто не будет даже последнего матча. Ну все, китайцы с друг другом решат, кто первое место. Какой-то китайский просто кунг-фу кап получился. Но это и есть китайский турнир, я имею в виду, что-то по участникам как-то прям вообще китайцы всех разваливают фактически. Уже 4 китайца вышло из 3 групп. Сторг корейцы, нип американец, все, больше никого не вышло. Два тирана, фу. 3 протса, 1 зерк. Ну, сегодня точно зерк какой-то обязан выйти. Вот, посмотрим, как Вепсум сейчас, как Панк с Таймом сыграет. Ну, я Никс, Леотард, что там у тебя, где зашло? За тех луз засчитали? Ну, что поделаешь, как выгодно им, так и делают, в общем-то, я так понимаю. Как выгодно конторе, очевидно. Да, Рипера играет Тайм, полетел вперед, второй барак, передроп, видимо, со стимпаком будет здесь билд. Здесь у нас вторая хата Гаспул, мув заказан, 6 лингов делает Панк. Не успевает ими оббежать риперы. То есть будет встречать его сейчас фактически. Аккуратнее надо быть с собачками. Не, ну через атаку, если бы зерк лингов посылал, он мог бы вообще неплохо все сделать. Здесь Тайм приходит. Покоцал рабочих, но рабочих не убил, лингов тоже не убил, в общем, но Панк отделался легко здесь получается. Мув делается, газ добывается, делает овер, может быть передроп какой-то будет даже, пока непонятно. Так, криптуморчики вниз идут сейчас. Со стороны 9 часов тоже криптумор пилит Панк. Что распространяет крип, выходит третью хату, добавляет королев. Имеется 3 штуки, сейчас 2 еще строятся. Линга королева. Фу. Я так понимаю, стиль здесь у зерга.
Вот, ну, у тирана медиваки заказаны. Линга королевы против вот этого стиля очень такой опасный стиль. То есть, либо зерк принимает грамотно первый врыв и отбивается очень четко, либо зерк криво все делает, и его даже первые 16 мариков могут убить вообще в хлам. Вот, но... такое тоже не всегда случается. Два медивака сейчас будет готовы через... Так, через 8 секунд марики, медиваки через 2 уже секунды. Я бы на месте тирана подождал бы еще плюс 2 марика здесь. Так, он решил овера убить. Так, ни хрена не понял, Аникс Леотард, что там, где? Вот, за какое событие, что там, почему? Самое главное, чтобы не минус, так сказал. Так, здесь что-то криво как-то тиран выходит, его зерк окружает, сбивает полный медивак, панк, вообще какой, вообще... Тайм, что ты творишь, вообще это провал. Вот, ну, в любом случае, спасибо тебе за поддержку, Аникс Леотард. Короче... Кстати, анонсировали, что в следующем месяце будет стримерский конкурс на Good Game, там с призами 150 тысяч первое место, 102, 75, 3, вроде как-то так. Вот, ну там какие-то бредовые условия, пока ничего не понятно, если честно, мне. Какой-то победитель по общим параметрам подписчиков, зрителей, там в плеере, премиумов, доната, там, короче, поддержки всего-всего. И каналы, где могут люди просто там 24/7 сидеть, как бы круглосуточно, ну вот, несколько человек, зачем, вот я не понимаю, как бы. Так, тут либератор прилетает. 9 часов пытается панк занять. Порка вовремя приходит отбивать его. Либератор меняет позицию. Но, ё-моё, зерк, ты-то позицию тоже меняй. Зерк вообще не контролит. Какой-то тормозной зерк. Королева минус. Вот что он сейчас делает вообще? Вот что он сейчас делает? Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь. Ничего не происходило, помимо этого либератора, он вообще ничего не делал. В итоге либератор на мейн еще прилетает. Короче, на двух либераторах панк все свое прокакал преимущество, которое получил на первом кривейшем врыве со стороны тирана, а первый кривейший врыв это вообще провал на самом деле. По этому билду я вам уже об этом говорил только что. Так, либератор прилетает вот сюда, надо королевой выйти. Конечно, и рабочку вести, и рабочку вести не умеет зерк вообще. Смысл отводить 5, если остальные погибнут. Их и так бы 3 погибло, наверное, где-нибудь. Так, 130-113. Ну, 2-2, тем не менее, преимущество все еще сохраняется. И по рабам, и по грейдам самое главное преимущество есть у зерга. Вот он побежал на третью базу забегания делать. Здесь танки, марики, если это забегание не вкатит. Беллингом по катухе есть, что ты спрыгнул такой бодрый, а? Ты чел? Спасибо, братан. Так, танки взрывают здесь беллингов, рабочих несколько погибло. Ну, короче говоря, здесь дропы беллингов, смотрите, 15 ксм-ок минус, пауз просит.
Китаец пишет что-то. Не понял я что. Топ китайцы не поняли. Чаль, чё красавчик, а? Ты чё красавчик? Ты красавчик? Игра возобновлена. Ну ладно тебе. Улучшение завершено. Вот, а бабосики зарабатывают. Не, там что, стримить надо? Ну, посмотрим, условия бредовые. Я думаю, там победить будет тяжело очень, потому что будут всякие эти сборные каналы, вообще много бреда всякого. Вот, ну. Буду записи ставить, как раньше ставил, тут 24/7, как они шли. То есть стримить сам много буду записи ставить, вот и все. Контрзабегание со стороны Зерга идет очень и очень неслабо. Правда, он почему-то с третьей базы не уходит никуда дальше. Он на вторую забегает, пробревает из всех абсолютно мариков. КСМ-ок начинает грызть. Это похоже на 1-0 в пользу панка. Очень похоже. Я думаю, что да, здесь 1-0. 27 КСМ-ок уничтожит. Тиран вообще рабочих не контролит просто. Но по боевому лимиту у Тирана, кстати, нормально еще пока. Королевами надо подойти, медиваки отгоняет панк. Марик, кстати, вперед пройти. Что боится-то панк? Не понимаю, здесь два танка, два либератора и три марика крестом. Просто надо все пробрить, что и делает. Панк тайм пишет сразу же, ГГ просто и все. Хорош, хорош. Ну что, ребят, панк 1-0 идет, в этот раз тайм просит паузу. Сто пятьдесят три мс, говорит, тайм. О боже, ё-мо. О боже, 153 мс. Что же делать, блин? Я три. У меня 330.
Блай на 400 умудряется кого-то даже выиграть здесь. Ну, Блай так по приколу, конечно, играет. 150 мс, это как у нас вот с ру-сервера на Америке играть. То есть это абсолютно играбельный пинг, на самом деле, 150, как бы. Вот. Че ему там, ну, почувствовал себя богом контроля, что ли, я сейчас не понимаю. Китайчик молодой. Не жил при модемах, которые вот эти жесткие, когда я не могу звук воспроизвести этот. Ну, короче, обычные мопеды старые. Когда на 56к, если коннектилось, чудо было. У нас, по крайней мере, обычно так по 28 было. У меня, вот у моего друга линия была новая, там на 56 иногда даже законнекчивался. Это просто был космос. Улучшение завершено. Опять такой же билд в передроп Мариков. Да все, лети уже овером. Кранты ему, Вась, ё-моё. Залетел, спалил овера. И что-то пытается уйти. Никуда не денется уже этот оверочек, панк. Запанковал, захиповал, попутал берега, залетел не туда просто. Расстреляли бандиты его. Дурачка. Мягенького. Так, они с леотардок, напиши им, что они черти всем, короче. Как-то так-то, я чуть не понял. Проси, чтобы объяснение написали, почему так. Ну, от чертанц, в общем-то, что говорить тут? Фактически от разводки, от разводного бизнеса, да это бизнесом-то не назвать, ну пусть бизнес, это пусть будет, да, допустим, от разводного такого, ты чё ждёшь-то вообще, вот. Без отблока. Шести компов в полгода. Не, ну это серьезно. Ну с рекламы последние полгода, вообще там один месяц был более-менее. Вот. На 36,6, если подключился, уже был праздник. Ну вот у меня дома здесь, вот давно еще был телефон, как бы здесь 28, либо чудо К36, но это было супер редко, как бы. А у друга, я говорю, там на 50, там, почти на... Так, 36, 48 получается, да, там, или нет? 56, я помню, у него было как-то. У него какая-то там цифровая вот линия была новенькая относительно. Ну что, линги строятся, есть лингов немало. У панка станет здесь, убивает крип, увидите. Тайм, ну, новые криптумы уже пошли. Ну, как-то было по рекламе, там, тысячи две, может, в месяц, две, три, иногда четыре даже бывало. Ну, это вообще мало за последнее время.
Развил тут панк на стимпак немножечко тайма. Короче, тайм пытается подпрессовать. Здесь третья цешечка пошла. 1-1. Доделывается. У Зерга чуть раньше 1-1 мувбейном пошел. Посмотрите, как Зерг с 2-2 завтыкает или нет. Вопрос хороший. Газ, посмотрите, 2 газа добывалось до этого момента у Зерга. Вот я не понимаю, вот куда смотрит, куда же смотрит школа? Почему газ не добывается заранее? Где 2-2 заказано? Сейчас тиран обгонит, ё-моё, по грейдам. Что за бред вообще делают Зерги? Где 4-я хата? Пора 4-ю занимать уже, блин, давным-давно. Газ так и не добывается, 2-2 не заказывается. Катушки, это хорошо, уже тиран вторую атаку заказал, я смотрю, здесь даже. Зерг упорно 2-2 не хочет ставить. Криптумеры новые королевами ставят. Так, какой летает, ведь у него уже нету крыльев. Очень-то интересно. А как воздушный шар летает, ведь у него уже нету крыльев? А как ракета летает, ведь у него уже нету крыльев? И даже, открою тебе секрет, МКС, Международная космическая станция, в безвоздушном пространстве тоже уже летает там в космосе. Тоже крыльев нету, у него только батареи солнечные. И, между прочим, все три примера разными способами, да, как бы, но у Овера, видимо, свой какой-то особенный, поэтому не стоит задаваться этим вопросом всерьез. Хайв делается, 2-2 на гестпанк заказал, либераторы везде тут полетали, что-то попробовали делать, СЦ-щика на третью летит, Овер уничтожен, крипа нету, можно садиться. Так, Аникс Леотар. Сейчас на Кибете моя рефералка не работает вообще. Почему? Потому что сайт постоянно переезжает, его блочит, там просто ссылка. Как бы раньше была рефералка. Там в описании на Скадовой ТВ была, но по ней сейчас ни хрена не открывается, я так понимаю. Так что вот так вот. Вот. Ну а если будешь поддерживать, там реквизиты есть или через ДГПМ. Как мужик говорил, короче, принимает пангой, беллинги наламываются. Марики сплитятся неплохо у тирана, но Зерга достаточно вполне, чтобы прогнать к чертям его отсюда. Хайв готов, можно заказывать Ультрал Кеверн, почему-то он не заказан пока что, я не понимаю, почему только сейчас заказывает панк. Ультралис Кеверн строит почему-то одних лингов. Вот сейчас вот надо дрончиков дозаказать бы Зергу. Для чего? Для того, чтобы был бы потенциал больше выхода в Ультралисков. 9 КСМ убить на третьей базе, оказывается. В это время дропочка опять прилетает. Дальнюю королеву с полной энергией умудрился тут подрезать панк на халяву. Оппонентство. Как, неплохо жахнула минка тирановская. По тирановским же рабочим. В итоге панк отогнал, здесь 27 КСМ уничтожено, неужели панк выйдет с первого места? 35-62 парабам, потенциал хороший экономически. Сейчас просто ультралам заказать армор и парочку хотя бы ультралисков уже будет тяжело, просто нереально по тирану биться с зергом. Но газов добывается все еще 4 на 4 базы. Но что это за расклад такой левый? Почему газ не добывается? Не хватает же вообще. Много фасоли с горохом ест. А может он наоборот уже пронаед давно. Питается чистой энергией и левитирует действительно. Хрен его знает. Сначала чисто был веганом зашкваренным таким. Ну почему зашкваренным? Просто был, короче. А теперь уже и пронаед. Просто два на... Вот просто смотрите, как... Вот как нормальные тираны делают.
просто берешь, летишь, как бы через королев, теряешь два медивака. Профит, профит. Зергу только. Нормально, и тиранов для зергов. Это как какой-то агент зерговский просто, я не знаю. Прибегает, опять ставим на хайграунд, начинает дронов разваливать, три уничтожено, нужно пресечь этот дропчик. Королева пытается пресечь, да сбей же ты его, черт побери, блин. Аникс, ну понял тебя, Аникс, буду Аникс называть. Так, короче. Ребята. Центр линги убегают. Здесь забегай на третью Бейн. Нахрена двумя лингами палить все чертово забегание Бейнов-то было? Сейчас, ну хоть что-то убил. Убил Марика, Мародюра, реактор убил один. Так, здесь линги Бейлинги с другого направления приходят. Минка залп не делает, пока два либератора присутствуют. Но королевы уже идут вперед, 140 на 80. Похоже на 3, на 2-0. Бей, пишет, тайм, панк тайма просто расковырял. Тайм сейчас скажет, да у меня пинг 150. Ё-моё, бедняга, блин. 150 пинг, а? Вот это да. Ну что, будет у нас гидра-то? Будет у нас кто-нибудь там? Гидра Струм, возможно, сейчас будет биться за ВЗ корейская, чётенькая будет. А потом, может быть, и с таймом. Тайм против Труа, все, гидры не будет. Гидры не будет, ребята, это техническое поражение. Тайм против Тру будет у нас сейчас биться. И теперь у Тайма не будет одной карты преимущества.
Сопрано. Не знаю насчет Мара, но, честно говоря, последнее время результатами крутыми нас не радует. Он, как ты можешь видеть, теперь не знаю даже, когда мы его увидим, наверное, в следующем сезоне. Привет, CSCV, юниорскую квали на Starline, когда она будет? Сегодня? Двадцатого, может, и буду. Сегодня, я думал, сегодня-то я навряд ли что-то буду. Или когда она, или она сегодня? И 20-го квали, и финалы. А, не, финальный точно не 20-го начнется, короче. Так, Cat29, не понял, что сделать надо, какая ML-звезда, чтоб светила там. Ну что, True Time наконец начинает играть, поехали. Так, Рипер ЦС-щика у Тирана, как вы видите.
У Зерга 17-я хата Гаспул, все стандартно абсолютно. Привет, Костик Киев. Пока не, вообще не планирую я стримить турнир вечерний, вот. Калибровку. А как ее делать, я не понял. F10H. Одновременно, что ли, нажевать. Так, Рипер тут отлетел, линги бегут мимо, но внимателен тайм, оказывается. Риперка отвел, законтролил. Все в порядке. Так, да, я видел этот турнир, но у меня план отдохнуть сегодня вечером был, потому что все равно выходных стримы будут, как бы, много. На выходных я отдыхать не буду, на этих, как бы, буду стримить очень-очень много. Вот, ну, посмотрим, пока я ничего сказать по этому поводу не могу, может быть, и задержусь немножко, но, скорее всего, нет. Гейми работает, редко. Все замечательно. В курс дела ввести могу. Смотрим Кунг-Фу Кап. Это последний матч на сегодня. Первую игру Тру проиграл тайму 1-2, но начинал он со счета 0-1, потому что опоздал. Потом Гидра играл с Панком, и Гидра, у Гидры проблемы из интернета. Его раза 3 или 4 выкинуло. В итоге он, ему техлуз был поставлен. Он одну игру выиграл. Он вообще он выиграл фактически две игры. И в последней, то есть первую он выиграл, вторую техлус ему дали, в третьей его добивал уже. Да, он добивал, точнее, Панку уже фактически, как бы. Но ему выкинуло, все, ему дали техлус. Он отказался в итоге от участия, короче, в этом турнире. Вот. Ну, потом Панк выиграл тайма, вышел с первого места, хотя должен был проиграть первым же с этой Гидре. Вот, и теперь тайм бьется с Тру, это фактически десайдер матч, как бы, у нас и больше уже игр не будет. Так, спорки не дают своей закопаться. Тру вот дал сейчас закопаться. Здесь минки две прилетели, минус 11 дронов, я этот момент пропустил, но вы видите сейчас, как это было. Вот. То есть у нас на Кунг-Фу Капе последний матч на сегодня, но я, наверное, чуть FP сыграю. Илюхой, наверное, не знаю, если он на месте, можно будет катнуть вот мод 2 на 2. Не 2 на 2, а 3 на 3 даже, наверное. У новенький, вот этот мультяшный. Так, 4 дрона где-то еще минус. Где они минус-то, я еще не понимаю. А, здесь же минка успела еще раз жахнуть. Вот это да. Короче, 48-48 парабам. Третий цеха полетел. Это мех со стороны тайма. Вот это интересно уже. Мех это то, что я люблю, как говорится. Вот, и то, что любят многие, потому что мех мы редко видим. А еще реже работающий мех ТВЗ. Но в последнее время тираны немножечко подосвоились и частенько отыгрывают мех именно. Заказано синее пламя. Добавляются танки, тут факта криво очевидно стоит, что вот так танк выезжает, но хотя бы выезжает, потому что бывает, что так здание построишь, что и не выезжает вообще никто никуда. Склоны пошли, но тогда нужно делать не только синее пламя, тогда ведь нужно делать и грейд на циклонов вот этот дэмэдж. Так, стримы на выходных.
Ну, Shoutcraft Kings завтра, вообще Shoutcraft Kings. 15-го завтра в ESC должен начаться корейский. Правда, я пока не видел время, как бы, какое. Он не анонсирован, но сейчас мы посмотрим в ближайшее время. Go for Sky, естественно, в воскресенье. Но постримить будет что? Просто непонятно когда, в какое время пока. Больше меня всего даже веск интересует, хотя Shoutcraft Kings тоже интересный ивент. Ну, единственный минус, что и то, и другое, это рестрим исключительно, потому что в игру не попасть будет. Так, сканчик на мейн зашел. Пятый уже, тру ставит. Ну, тру понимает, что оппонент его играет мех, и ему нафиг не надо как бы тут... В общем-то, куда-то ломиться. Ему просто нужно делать экономику и масс-грейды, как бы, и пытаться развести. Тут туретки по периметру пошли, три штуки. Одна из рабочих уже. Торы выходят, либераторы. Какая мутка, черт побери. Здесь уже никакая мутка абсолютно точно не сработает. Летает 4 либератора муталисков просто тайм на АП. Вот это врыв просто мастерский муткой, блин, вообще. Вот ворвался так ворвался, блин. Заветом SNG Gamers ZRG. Просто врыв был. Каска о потерянной мутке, черт побери. Четвертую цешечку пытается тайм занять. Чувствую, это будет не быстрая игра. Хотя посмотрим, если тиран будет ломиться сейчас, может она и быстро будет. Так, забегает Лингероуч, тиран быстро реагирует. Ну, цешечку не убьет, не хпшка. Толбаты затрансформировались. Вот в прошлый раз не успевал, точнее не успевал. Кулбатов не трансформировал почему-то у нас тайм. Из-за этого-то и терпел, собственно говоря. И циклоны, в общем-то, спаслись. Надо ловить циклоны. Ну все, микс интересный такой. Хелбаты, циклоны, танки, торы. Либераторы еще и мариков немножечко осталось. Плюс медиваки. Просто разные приразные юниты здесь. Все это двигается в центр. Ну, кстати, рабочий такой микс-то получается. Будет зерк ломиться куда-то. Да, зерк будет ломиться на четвертую. Четвертая планетарку не успевает заморфиться. Нужно быстрее морфиться в планетарку. Тайм, чини ее. Чини ее тайм, как никогда не чинил. Либо поднимай, уводи. Что ты творишь-то, блин? Так, по либераторам залп. Здесь сзади на хелбатов роучи набегают. Здесь роучи просто громят танки сторами. Сзади группу надо развернуться, принять. Хелбатов микс надо как можно меньше сейчас добавить. Хотя, с другой стороны... Если не Хелбата, то часть продакшена просядет, если не Гелиона, и тиран будет отставать по лимиту. Но тирану нужно ломиться, нужно планетарку делать можно быстрее. Нужно просто постоять, чтобы планетарка здесь заморфилась, сюда базу новую ставить и идти вперед, к примеру. Наконец-то планетарку запиливают. Здесь танки, два танка, три танка и либераторов, 5 штук просто поперли. Сюда ломиться, конечно, пробьет зерк, но там дэмэдж будет вообще серьезный. Так, поломился зерк опять. Либераторы прилетают, раскладываются прямо на роучи ревозер. Фаербулы сильные проходят. Ну, уходят либераторы. С фаербулами что-то много прям дэмэджа нанес. Надо вычинить все. Да, я именно об этом, вот уже и сеточка готова. К поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает, не грусти. Не грусти.
Не грузди. Спасибо, Када, и вроде как и не грущу я особо. Спасибо всем за поддержку, ребят. Что-то вот единственное, что тайм, во-первых, у него, посмотрите, грейды, ё-моё. Здесь грейды, уже третья атаки делаются, здесь одна всего атака, вторая делается. Наламывается зерк на планетарку, тиран, что такое, починка, вообще не знает. Блядь, по рукам бы дал бы, ну, блядь, ну неужели не... Первым делом в такой ситуации надо вычинивать пытаться. Все. Он стоит и просто ничего не делает. Ну как так можно-то? Так, здесь роучи реузеры пытаются разводить. Танк криво за контроль отдал. ТС-щику отдает, не отменяет. Вот. Утру за гигантский запас ресурсов. ТС-щику за... полсекунды до готовности минуснул. И тоже не отменяет. Да что он за игрок-то такой, чертов? Че он контролит-то вообще? Хотя здесь замес был, вот что он контролил. Но я у меня все равно не понимаю, когда контролят, просто провально. Блин. Спасибо всем за поддержку, ребят. Так, сэшка падает на второй. На мейне жесткое забегание. Пошел вперед уже тайм. А казалось бы, вел, да, всю игру. Но потом выяснилось, что грейды ужасные. Зерк начал разводить со всех сторон. Тут трудно забегало и неплохо забегал. Фаерболами вообще труд разваливает план. Так, роуч с подземным мувом заходит сейчас. Выкапывается тру, это минус тайм, это 1-0 тру. ДГ тайм пишет, ждем следующую игру. Вторую. ЦС-шки не отменил там, я сейчас смотрю. Он потерял, не вычинил и не отменил. Он потерял планетарку, не вычинил. Потом ему отменили ЦС-ху, он эскейп не нажал. И еще одну отменили, не нажал эскейп.
Так, ну что, вторая игра. True Time. Неплохо тайм начал, но плохо закончил. В итоге True его развалил. Скорее сейчас Био будет играть, чем Мех. Зики поддержал ваш канал на сумму 108 рублей и сообщает, барнаульская братва за стрим занесла вчерашний. Спасибо барнаульской братве. От Псковского братюня Сереги. Спасибо, короче, всем за поддержку, ребят. Где бы вы ни находились, короче. Всем спасибо, всем привет за то, что смотрите и поддерживаете. Ребят, давайте продолжать смотреть. Здесь у нас... Реперончик летит. Сколько время вообще? 17.03 еще только время у нас оказывается. Так, на Твиче XX. Нет, так твой никнейм произносить не буду. С тобой можно мультяшный мод. Я только сейчас понял. Я до этого посмотрю, думаю, что с тобой можно мультяшный. Забыл, потому что я говорю, с Илюхой буду играть, но... Я не знаю, можно ли там вообще вместе в него начинать кого. И на месте ли вообще Илюху кого. Посмотрим, что там и как. Просто жмите поиск, когда будем биться, и все. Фактастим пак передроп 16 мариков будет. Вот разбил. Так, и чудом овера не сбил вообще тайм. Сейчас повезло очень оверу тру. Залетая с другого направления овер. Братва, что слабо занесла. Нормально занесла. Каждого брата понемногу и чисто по-братски все будет ништяк. Короче. Вера тут рядом висят. Все в наглую true контроль. Причем сейчас тайм видит вообще, что овер висит. Оверов отрезал. Обнаглел true совсем. Второй летит в районе третьей базы. Овер-минус. Thank you.
Пошел какой-то выход, ребятки. Это выход так. Это маленькие хелбаты, что ли? Армори я, правда, чуть не наблюдаю. Так, а что за выход-то странный? Как девчонки Ник, которая классно старого рубит. Я не знаю, девчонок много играла в StarCraft когда-либо. Откуда она? Русская или какой? Пошел сплит от тайма. Сплит оставляет желать лучшего. Мог бы он мариков подсплитить раньше, и тогда по ним гораздо меньше дэмэджа бы получили. В итоге не пробивает оппонент своего. Армор пошел. Броня на пехотку сейчас в инженерочка. Вот, передроп гелик, как на вторую базу идет. Пожег немножечко рабочих. Ни один из них не погиб просто при этом всем. Марики со щитами. Вот почему, если бы это был пуш, кстати, не с геликами, а хелбатами. Ну что это такое? Что-то водит туда-сюда, гелионы вообще не атакуют. Вот, так вот уже лучше. Заходит наверх тиран. Новые беллинги у труда морфились, правда. Медиваки погибают все абсолютно, линги окружают мариков, прирост уничтожается, все везде уничтожается. Это провал для тайма и похоже на 2-0. Хотя еще не вечер, по левиту близко. 10 лет разница по рабам, вообще разницы нет, третья сэшка похоронила, я что-то рано хороню, полетела, я что-то рано хороню тирана, ребята. Он еще здесь может, в принципе, показать класс. Тем более у Зерга нет лейера 2-2, он заказать не может. Два либератора на третью прилетели под площадью. Ну, первым криво залетел абсолютно у нас сейчас тиран. Там королеву до него достали и сфокусили моментально. Так, здесь на третью сэшечку начинается добыча. Три марика крестом плюс гелик сюда выведен, они уничтожены моментально. Так, цепочку желательно поднять. Тиран просто не поднимает, вот только сейчас заметил. Один с КСМ, просто на ровном месте. Там, где можно было не терять ничего, потерял один с КСМ. Неплохой дропчик сейчас был со стороны тайма. Он был бы неплохим, если бы не этот медивак, погибший в итоге. Очень много тайм на дропах теряет, сколько я вот не смотрю, постоянно у него какие-то косяки. Но все равно еще, посмотрите, рабочих у него больше до сих пор. Четвертый у Зерга пока нет, правда, скоро очень будет у Зерга четвертый. В ответку за дроп хоть овера подрезает, и то хоть что-то. Третья у тирана у самого добывается, правда, опять же, вот не учат его предыдущие забегания, ну, уроки плодов не принесли вообще никаких, просто бункеров нету, и сейчас еще одно забегание, блин, и может уничтожить, оно все, 4 дроп на мейн, 4 дрона уничтожены здесь, 180 по лимиту, 2-2, между прочим, раньше даже здесь, чем у Зерга, центральную хатку сейчас отменит у нас тиран. Зачем-то до сих пор в дропах гелионов возит против зданий, тем более, если дерется, зачем ему гелионы здесь, непонятно. Так, симпачи, селинги, марики, гелики. Хату дофокусил, зеркью не отменил. Газ отменяет здесь на мейне, тайм принимает несколько лингов. Эти марики, блин, эти марики окупились намного больше, чем тот погибший дроп. То есть вот эта часть, это вторая часть того дропа, она как бы ликвидировала отставание за ту первую часть, когда просто погибли на халяву юниты.
Может быть, на 2-2, в принципе, надо идти вперед, я не знаю сейчас. Так, Либератор на второй безуспешно прилетал, Королева Спорка его уничтожила. Здесь разгружается на четвертой базе у нас. Тайм. Бред вообще, заказаны были сейчас фанфасты, но это мисклик, такое бывает, что заказывают фанфасту в зерге иногда мискликом. Ну и выход от тайма, добивающий уже такой выход, 47-133 по лимиту. У Мариков хороший здесь фронт, смотрите, сплит отсутствует, правда. Вот конец замеса, хоть что-то сплетануло вообще. Ксопызатник поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает: «Привет, Помич, давно не был на стриме. Рад, что выбрался с работы и прям на стримчик. Живем». Спасибо, Харузантик, тебе. Рад тебя видеть. Королева хитрыми окольными путями обходит, пытается обойти демедж Либератора и обошла все-таки. Спасибо всем за поддержку. Поздновато ты пришел, турнир уже кончается. Последняя игра вообще. Нет, если сейчас тайм победит, эта игра, конечно, не последняя будет, но вообще будут три последние, да, как бы. Но мы еще ФП, наверное, поиграем. Мод от Карбота немножечко. Так, Марики приходят новые, Минк приходит, Либератор. Сейчас две штучки прилетят. Четвертую все-таки собирается Тиран Зерго минуснуть. Так. Мариков вместо того, чтобы загрузить и под Либераторами подраться, он отдает на ровном месте. Сейчас пришли королевы новые, нужно переразложить Либераторов, сейчас они под удар попадают. Зерг понемножечку отбивается. Что Либераторы прикрывают вообще? Я такого провала давно не видел уже, блин. Либераторы ничего не прикрывали абсолютно. Сечка с мейна вылетает, 3-3 делается у Тирана. Зерга 3-3 не делается. Тут био неплохо отгоняет, но уже ультралы идут вперед, но они без армора пока, замечает это сейчас прекрасно. Там без армора ультралов надо отгонять, потому что когда делается, уже ничего не отгонишь. И вот сейчас, когда увидел ультралов, казалось бы, закажи либераторов. Нет, ничего не заказано вообще. Так, здесь минка жахнула неплохо. Дроп через оверов, через все пролетает, все видно прекрасно. Здесь стеночка есть, но бункера нет, поэтому, блин, может и потерпеть там немножечко. Спасибо всем громадное, короче, за поддержку, ребят. Очень приятно, вроде стрим недолгий, а поддержки много. Месторождение минералов выработано. Ваши войска атакованы. Так, там с хайграунда марики бомбят. Ой, сейчас минки как бомбанут. Пах! 17 дронов минус 17, ребята. Это катастрофа для зерга. Он по рабам сразу сравнялся с тираном. Здесь ультралы идут вперед, но есть два либератора. Помогут ли они в обороне против ультралов? Вполне возможно, что да. Так, СМ Эквилл, да переразложит его назад, перераскладывает назад. Кайтить тайм не умеет, в принципе, насколько я вижу. Посмотрите, как он ужасно кайтит вообще. Как деревянный просто. Ну, здесь дроп зато мейн унижает, и на второй базе передроп пошел сейчас. С мейна сюда, на вторую базу. Пришел, отбил, но выход пошел еще дальше. Три либератора есть. Несмотря на этот фиговый катинг, в принципе, идет дальше у нас. Как вы видите. Тайм. Ну, королева и ультрал. Посмотрите, сколько трансюзов. Это бессмертный ультрал против этой армии будет сейчас. Ну, если, конечно, под либераторами не будет драться. Вне либераторов он вообще его био не убьет просто даже. Здесь ультрал пришел. Не доконтролил тайм немножечко. 13-7-6. Ну, кажется, тайм втаскивает здесь все-таки. По чуть-чуть, по чуть-чуть.
Так, под либераторами заходит, я говорю, бессмертный ультрал, трансюзится, сплошные трансюзы идут. Королевы бьются. А, тут спорка есть, спорку надо минуснуть, спорку не минуснуть, спорка спасает положение. Это просто фантастика какая-то. Здесь ультрал в угол всех зажимает, повезло этим ребятам, еле-еле, но отбит он был, этот ультралис. Здесь дропчик вернулся вроде как, либератор разложен, просто дичь какая-то, битва идет сверхнапряженная. Мулы летят, вот эта ЦЦ-шечка крайне важна для тирана, если зерк ее заметит, он может сюда просто 6 лингов привести и ликвидировать значительную часть добычи тирановской, ну а пока экономика замечательная. У тайма, и почему-то он не делает, а, у него газа нету, вот только сейчас газ добавляет, ему надо медивак строить больше. А здесь газа нет, здесь-то добавил бы, ё-моё, там-то как можно было забыть вообще газ. Так, здесь деньги забегают. Марик с мародером все сбивает. В это время зло, битва идет. Либератора 2 есть. Тут либератор неплохо поразваливал. Через спорки пролетает дроп, но отдропится на ХГ. Рабочий даже у тирана больше самое интересное. Дроп слишком демедженный. Ликвидируют базу в углу сейчас труп. Но это уже его не спасет, я так понимаю. Посмотрите, здесь тиран уже завладел преимуществом просто колоссальным в этой игре. Так, королеву пытается убить. Королеву трансфузы были, между прочим. Точно были. Один и два даже было трансфузы. Не затрансфузил. Тиран бежит всеми через центр. Короче, добивает тайм-тру в итоге. Еле-еле, но все-таки добивает. Здесь кайтить ультрала даже не надо, слишком много юнитов здесь присутствует. Либераторы помогают очень сильно. Ультралиски падают, просто жесть творится. Пишем ГГ, выходим, и труп пишет ГГ и выходит, ребята.
Привет, Пустус. Так. Не надо всякую мне шляпу слать, короче. Из Дымба. Я удалил, мне некогда заценивать всякие видосы. Вот, можешь мне в личку, которой нет, скинуть, когда она будет. Вот. Сейчас стрим идет, и времени нет. Сейчас секундочку я встану, буквально на секунду к вам вернусь. Так, ну в те годы, когда тренился, нормально со всеми играл. Вот. Чё ты там? Ты там свои, ты все шлешь, всю шляпу свою. Ты мне не шли всяких левых людей. Рестар. Задержка 2 минуты. Все, я читаю Twitch, все считаю. За 2 месяца из бронзы в золото вылез. Ну, по месяцу, через месяц новая лига, почему? Нормально вполне, как бы. Так, какая задержка стоит? Как будто 10 минут. Да нет, 2 минуты, все нормально. Так, Starport у Тайма. В этот раз Steampunk он играет. Мех больше не хочет играть после первой игры. Но мех у него, кстати, не так уж плохо получался на самом деле. Может быть, и стоило бы и сыграть бы. Так, бенды. Ну давай поставлю. Бенды вот. Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Бараки, ССшки 4, инженер 5, еще ССшки 6. А у Зерга еще. У Зерга вообще третий пул, четвертая группа лингов.
Еще группа лингов, восьмые хаты, нулевой овер. Не знаю, у Зерга странные билды утру какие-то. Вообще 1-2 не используют, получается, на контрола, что ли? Ну да, смотрите, все на четверочку бендится. А нахрен пул на три, на тройке-то, не знаю. Короче, необычные утру бенды. 7 дронов еще строят. Пока все нормально, здесь марики ходят, вообще-то. Крип подконтроливает, один овер в этой игре погиб и немножечко криптуморов. Плюс один щиты делаются, гелики опять вперед выезжают. То есть, если бы это все делалось колбатпушем, я думаю, вообще бы мог бы все очень-очень неплохо делать бы у нас тиран. Видит трусича, что выход к нему идет жесткий очень. Плюс один щиты еще не скоро будет. Почему овера не сбивает? Он не видит, что ли, вообще? Так, чем для нубов есть, я же рассказывал недавно, человеку помогал, как бы, вот они до сих пор проходят, Diamond Cup, он как-то так называется, по-моему. Вот. Не дождался щитов тиран, наламывается. Ну почему не дождаться было щитов, я не понимаю. Взял, наотдавался просто на ровном месте сейчас. Третью сэшку ставят, конечно, тайм, но это печаль. Так, АПМ вообще никак к лиге не относится, ребята. Какие-нибудь цифры средние, может, там и есть, но... Может быть, в золоте и 200-300 АПМ, просто чел, ну, как бы, кликает, на кнопки много жать и все, собственно говоря. Марики-гелики приезжают в очередной раз к тру. 20 лингов строится, но роучи-то кончились, королевы упали, сейчас еще роучи упадут, и будет печаль полная. Лингов отконтролил немножечко, здесь отошел. Неужели тайм труп пробреет? Я просто отказываюсь в это верить. Похоже, что да, китайцы вообще в этом турнире бушуют просто. Китайцев выходило уже какое-то нереальное количество, один не будет. Американец китайской угрозе противостоять, ну... Посмотрим. Ну, еще Сторг, конечно, там есть. Может быть. Хотя нет, все, вот группа D уже больше никто не выйдет. Получается 108-88. Танк приехал просто на муве сейчас. Танк за контроль увезит, и танк этот. Танк не законтраливает, а отвел назад. Ну, пришли либераторы, прилетели. Сейчас будут либерировать все просто. Хлам, блин. Танчик сиджится. Зачем сиджиться-то вообще? Не понял, сейчас надо было. Рассиджился тайм и успел забрать при этом всем даже. Так, вылезают реводжеры, сейчас надо улетать. Тайму еще тру не проиграл, но ситуация печальная очень. Ну, по грейдам, в принципе, неплохо. Да, смотрите, у тру пользуется только 3 биндом и 4. На 4 у него просто армия. И на 8 хатки. Вот, вас же я всех приветствую, рад всех видеть. После этого сейчас в карбот мод, наверное, поиграем немножечко мы. Вот, с Илюхой, если он здесь, если нет, я один поиграю. Ну, а потом, возможно, стрим стопану, я как бы не буду ничего больше стримить, пока не уверен. Вот. Тру отбивается, Тру тут чудеса камбэков какие-то пытается демонстрировать. Получится или нет, вопрос хороший, либераторы напрягают. Вот, а вы помните, что поддерживать на меня и мой канал, естественно. На премиум подписывайтесь, а блоки отключайте. По регулярному описанию напрямую, либо через плеер поддерживайте. Также в группу ВКонтакте вступайте, она в описании каналов есть. И подписывайтесь под плеером ГГ, ну, на то, чтобы он был. На кнопочку зеленую жмите, в избранном. Слава тебе, пиши. Слава мне, пиши. Я вернулся. Я, Слава, вернулся, например. Плюс бараки, пиши. 146-120 бя.
Ну, у Тру 2-2, у Тайма, правда, тоже 2-2 делаются. У Тру Ультралис Кеверн, блин, если он такую игру вытащит, то, конечно, чудо будет. Лимита 170 у Тирана, вот, Мадиваков много, 7 штук. Либераторы летают. Ну, тут Томикос сейчас будет скоро. Сцешка 4 вылетает, надо в планетарку ее превратить, прежде чем атака начнется, как мне кажется. Заходит Тайм такой резкий, я, говорит, резкий такой, а Микоза что? А Микоза кинул Тру, конечно, часть юнитов принял, и очень слабую часть, но Тайм дальше продолжает давить, нужно отменять эту четвертую базу срочно. Планетарка как не было заказана, так и не заказана сейчас, до сих пор. Какие четкие фаерболы. Минус 3 танка и минус медиваки все со стороны Трубля. Да или ультрала в фокусе. Ё-моё, ультрала не фокусит Тайм, это косяк. Вот он оказался мягким еще, Тайм это понял. От фокуса под фаерболами бегает, био падает очень много. Реводжеры и с нулем атаки еще были бы с двумя, как лишние юниты, вообще был печаль. Смотрите, лимит-то все ближе и ближе тирановский становится к зерговскому. Единственное, что с четвертой цешкой здесь как бы уже занято, у зерга четвертой базы нет, а для зерга, сами понимающие, печаль полная. Пытается уйти либератор, спускается био вниз, на лоу-граунд, фаерболы пошли, реводжеров пытается подрезать Тайм. Ультрал вышел под микозом, как он рубает, и еще и фаерболы пошли, но лимита все равно тирана больше, экономики Тру не хватает. Оператор уничтожен. 113-128. Тру сравнялся по боевому. Тру почти по общему сравнялся. Но у Тру нет четвертой базы. Это печаль полная, ребята. Ему нужно отступить сейчас, видимо. И четвертую занять наконец. Где он собирается? Вот здесь он четвертую ставит. Тайм сканит, пытается посмотреть, где там и что. Еще один бой выиграет Тру, и все будет нормально у него. А ультралов-то все больше и больше, инфесторы есть, энергию копят. Сами вроде и либераторов строят, и все там строят, но пробить ну, упорно не может никак. Хату обнаружил? Нет, здесь хату не обнаружил. Кое-какие фаербольчики. Два ли, я думал, сейчас три либератора подрежет. Сейчас Тру прям сразу. Пошел замес. Микозы пошли сверху. Ультралы сбоку. Ультралы просто крошат Таймов. Хлам вообще, Тру, что ты творишь-то? Вообще лимиты равные стали. Погром, разгром вообще произошел. Тру уже больше лимита. Зерг чудеса демонстрирует живучести сейчас. Это просто космос, какую Тру игру сейчас на опыте вытаскивает. Жесть вообще. Тайм зажимается к планетарке. И что дальше-то? Био здесь под микозом. Тру ломает Тайма. Тру умудрился сломать. Четвертая падает. Это ГГ, ребят, скорее всего. Вот это чудеса. Это просто чудеса. ГГ пишет Тайм. Я аплодирую Тру просто. Это реально круто было. Он просто дичь какую-то здесь сделал. Сотворил. А я придуриваюсь, ребята, извините меня.
Ну что, ребят? Тру ушел, не успел я сказать, что nice game. Вот, делаю стоп-старт, вернусь к вам сейчас без задержки, ребята, через некоторое время, буквально через 2 минуты.